Береговая охрана США обнаружила предположительные останки погибших при крушении батискафа «Титан». Они извлечены из разрушенного корпуса подводного аппарата. Расследование крушения продолжается. Им занимается команда следователей из нескольких стран. Экспертиза должна подтвердить, действительно ли это останки принадлежат жертвам трагедии. Предстоит проделать значительный объем работы для изучения подробностей катастрофы. Так заявляют представители береговой охраны США.